Привет. Всем привет. Привет. Мы в Леруа. За обоями приехали. Как бы опять не уехать с полной тележкой без обоев домой. Да, главное хоть с чем-нибудь уехать. Лампу сейчас буду выбирать. Так, не туда, дочь. Нам вот в эту сторону. Мне нужна настольная лампа. А ты что будешь смотреть? Ты в комнату или в кухню? В комнату? Так, а мне нужна настольная лампа. Смотрите, есть вот такие с прищепками. 824 рубля. И они вот с такой штукой. У меня подобная была лампа. Вот такая вот у меня была похожая. Но она что-то уже вышла из строя. Вот эта штука вся поразболталась. Непонятно что, короче. А вот еще, кстати, похожая, как у меня была. На прищепке. Это 598. Есть вот такие на ножках. 1858. Дизайн какой интересный, да? С деревянной ножкой. А есть вот такие на прищепке. Вот такие вот. Интересно, как они светят. Мне нужна лампа дневного света. Мне не хватает немного освещения. Так. Это уже детские. Это не то. Я видела здесь другие лампы, но в другом Леруа. Но здесь должны быть тоже. Сейчас посмотрим, есть тут такие лампы или нет. Есть вот такие тоже 1600. Цены разные. Лампы разные. А, вот она, по-моему, или нет. Нет, это не такая, да. Мы уже сами смотрели. Так, есть вот такие настольные лампы. Такая 413. Ну, это, видите, надо ставить на стол. А мне, наверное, удобнее будет на прищепке. Не вижу. Дочь, не вижу здесь. Там были такие лампы, а здесь не вижу. Там еще лампы. Так, есть еще вот такие лампы. Тоже цены не дешевые для меня. Где, дочь, ты еще видела? На прищепке я видела. Ты видела там, нет? Пойду спрошу у продавца. Еще какие светильнички настольные есть. Просто хочу вам показать. Симпатичнее. Талон. Нашла я то, что искала. Вот она. Только почему-то в черном цвете. А вон беленькие есть. Ага. Вот такую, я думаю, купить. 390 рублей она стоит. Вот такую. На полку буду прицеплять. И все. Вот они беленькие есть. Вон какие, посмотрите, есть светильнички. Они все без лампы идут, да? А, они есть и больше, и меньше. А цена одинаковая, наверное, да? Ну, вот такую мне надо на стол себе. Нам еще грунтовку надо купить. Стены грунтовать. Ну.
Чтобы обои хорошо приклеивались, разве нет? Точно? Не шпаклевку, а грунтовку. Но образцы нету. Да, ну, такие, да, светло-светло-серые. Угу. Почти что белые. Светленькие. Ну, они, в принципе, такие ни к чему не обязывающие. Это флизелиновые, кстати. Хорошие. О, у нас с тобой лак почти одинаковый. Ну, это же ногти сделала. Ну, у тебя чуть-чуть поярче. А я однотонные сделала. Ну, вот эти неплохие. Цена у них 1810. Ну-ка, если это отсюда ценник. Вот они. Артекс. Ну-ка, давай найдем Артекс. А это Лагуна. Это не Артекс. Видите, такие как полосатенькие маленько. Эти будут стены удлинять хорошо. Потому что полоска вот эта вот. Видишь? Они тоже серенькие, но... Тоже флизелиновые. Вот эти все кошка подерет. Так окошко все подерет, симпатичненькие. Носки, они что-то не понравились. А мне вроде как и ничего, кажется. Симпатичные. Ну, еще смотрим. Эти красивые, конечно. Но... Вот, кстати, они же только... А, ну, нет, мама, серым, серым оттенком. Там бежевый, это серый оттенок. Видишь? Ну, вот это вот бежевые больше, да? Ну, так тоже симпатичненькие. Вот похожие висят, только более кремовые. А те посерее маленько, посветлее. Ну, симпатичненькие. Может, такие взять? А ценник? 2000. Ну, цены, конечно, на обои. Хорошо, что нам только одну, Настя, комнату с тобой надо сделать. Я говорю, хорошо, что тебе только одну комнату поклеить надо. А не всю квартиру. Ну, это... Сделан. Одну стену. Угу. Диван будет яркий. Да? Ну, может быть. А, ты все мечтаешь тут яркий диван себе приобрести? Да. Здесь белая стена будет. Угу. Яркий диван, а здесь какой-нибудь. Вот. Вот хочет она вот такие обои. Понимаете? Вот хочет. Что-нибудь такое яркое. Ну, комнатка же маленькая. Мне кажется, лучше что-то однотонное и потом уже яркие аксессуары подбирать. Если вот одну вот такую стену сделать, вот сюда можно темный диван сделать? Ну, можно, в принципе, конечно. В принципе, тут и розовый, и сиреневый, и серый цвет, и такой болотный, и золото, и серебро. Тут оттенков, в принципе, достаточно много. Либо так. Будет. Клей нам сказали брать либо вот так, одну большую, одну маленькую, либо две маленьких. И как вот определиться все-таки? Одну большую, одну маленькую или две маленьких? До 35 квадратных метров. Здесь 150. Здесь 85 получится, здесь 70. И что делать будем? Такая, так, ну смотрите, Настя хочет все-таки вот эти обои. Я не знаю, видно ли вам оттенки. Тут и персик, и белый, и розовый, и золото, и серебро. А на компаньон подбираем вот такие вот. Но Настю смущает то, что здесь оттенок такой же, как там. Она хочет прямо, чтобы та стена прям сильно выделялась. И хочет прямо более светлый компаньон взять, прям чуть ли не белый. Ну, пока еще выбираем, значит. Так, ну вот, хочу, девчонки, показать вам. Это еще не окончательный вариант.
Это еще мы смотрим. Ой, как сделать посветлее. Тут освещение, конечно, вообще искажается. Ну, примерно пока вот так. Сейчас еще пойдем смотреть. В общем, ничего не выбрали. Настя жует, идет сырники. Хорошо, что мамочка побеспокоилась о доченьке. Сырничков напекла и принесла. Покормить ребенка. Ребенок с работы. Девчонки ничего не купили. Одно, вот те, которые яркие, хочет Настя оставить. А компаньон пока, ну, нашли два варианта. Думаем, какой из них. Но решили еще в домик сходить. Здесь рядом с планетой еще один магазин с собой. Сейчас там еще посмотрим. Если там лучше ничего не выберем, то остановимся уже на том, что сейчас выбрали в планете. В общем, покажем. Вот у нас планета. Такие вот высотки возле планеты. И мы сейчас по пешеходному вот этому переходу будем на другую сторону переходить. Какую? Купель? Классно, да? Ну, не знаю. 90 тысяч. 90 тысяч? Вот еще купили. Ну, это маленькая. Для одного-то нормально. Я же сейчас худенькая.
какая чудесная сегодня погода. Сегодня так тепло на улице, просто весна, а не осень. Ничего мы там не выбрали. Нет, там нам тоже понравилось два варианта обоев. Но пока думаем, снова идем сюда в Леруа, девочки. Сейчас еще раз посмотрим на те обои, которые первый раз выбрали. Если уже душа к ним больше потянется, значит, их возьмем. Если нет, значит, там в Домере. Смотрите, какая красота. Какие змейки бегут. Красивые. Такого зелено-лимонного цвета. А? ЖК «Притяжение», по-моему. Жилой комплекс «Притяжение»? Да. Угу. Красивенько очень. У нас уже время 6 часа, и уже темнеет. Ну и пасмурно, тучки набежали. Уже везде огни зажглись. Красота кругом. Ну как же тепленько сегодня, да, дочь? Даже не хочется домой ехать. Гулял бы и гулял бы по такой погоде. Прям очень тепло. Сколько сегодня градусов-то было? 14. Хорошо на улочке. Смотри, какая картинка красивая. Очень нужную вещь нужно нам купить для Насти. Бери. Фисташковый красивый цвет. Почему вот этот дешевле, это дороже? Ой, точно. Это 73, а это 68. Интересно. Для кухонной мойки, а это для раковины ванной. Видишь? А не знаю, видимо, есть какая-то разница. Надо же. Они еще и разные. Не одинаковые. Это просто, видимо, другие там были ценники. Щетка для посуды с бамбуковой ручкой. 201 рубль. Ну, кстати, у меня вот эти вот закончили штучки. Металлические щеточки. Ну, мне надо. Мне иногда они прямо пригождаются. Особенно... Вот такую я себе возьму. А? Щетка с накладной, с насадкой из микрофибры. Нет, щетку такую не надо. Что тебе надо? Для раковины. Ну смотри. Губки для посуды Eco Naturel. 2 штуки, 108 рублей. Круто. Моющие для посуды тебе надо? Нет. А что? Для раковины? Вот эта вот штучка, говорят, хорошая, гель для удаления жира. У меня пока есть. И вот это тоже вот. Кстати, вот для твоей плиты, Настя. У тебя есть? Угу. Био-мио. 170 рублей, 450 грамм от накипи в чайник. Жидкость для мытья посуды 287. Да. Чего? Вот для вот этой раковины что надо взять? Для твоей раковины?
Может быть, вот это для известкового налета? Ну, у тебя там такая раковина. А вот смотри, антиналет, белоснежная чистота. Может, такое взять? Для акриловых как раз у тебя акриловая. Акриловая? Да. Видишь, для акриловых. Возьми, попробуй ее. 126 рублей. Попробуй. А, кстати, бокалы, Настя, под твою посуду на кухне. И вазы, смотри. А надо спросить, вазы вот эти есть в продаже? Тебе как раз подойдет под твой этот, под твою посуду, да? Ну да, сильно. Вообще здорово. Слушай, кухонные гарнитурчики красивые какие. Как оформлено все. Как ты и хотела, вот в твоем этом цвете. Угу. Такие я видела везде, там, ленты. Ну, хорошо смотрятся, да? Дополни свою посудку. Вот тоже хорошенькая кухонный гарнитур хорошенький. Небольшой, но как здорово смотрится, да, дочь? Там вообще замечательно. Да. Вот у тебя примерно такая же раковина. Mm-hmm. А нет, это каменная, у тебя-то пластик. Ну, это гладкая. У тебя прям пластик конкретно. Тебе ее надо поменять, раковину будет потом со временем. Вместе с краном. Да, и кран, и раковина. Ну все, пошли в обои.